Сегодня мы поиграем в игру под названием Tangel Tower, либо клубок какой-то, ну, короче, клубковое здание или башня. Tower — это башня, Tangel — это клубок чего-то. Так, музыка. Вот. Давайте вот так где-то. Окей. Русский. Создатели. Начать. Это квест Tangel Tower. После полудня. Это квест с довольно такими забавными, ну, сложными, блядь, край озера. Сложными даже, можно сказать, головоломками. You ready, Sally? Ты готова, Салли? Гримор, я здесь уже 7,5 минут стою. Я просто спрашиваю. Карта у тебя есть? Да, но она практически пустая. Ты прочитал досье? Что думаешь? Еще не знаю. Там пока нет чем отталкиваться. А ты его прочитал? Я его прочитал по-другому. По дороге к месту. Преступление. Место преступления? Досье. Жертва. Фрея Феллоу. 19 лет. Убита во время рисования портрета Флоры Феллоу, 58 лет. Место — башня Флоры. А Флора была там, так как она позировала для портрета. Фрей Феллоу нашли лежащей на спине. На груди у нее была одиночная килотая рана. На месте преступления не найдено никакого оружия. Но Флора изображена на незаконченной картине. Фрей держит в руке нож. Чего? Так, кончик ножа покрыт красной краской. На самом деле это кровь. Я, короче, понял. Типа, ее тыркнули, убийца ушел, она успела дорисовать кого-то. Фрейм. Фрей Феллоу. Так, путанная башня. А, путанная. Небольшая картина на обрывке бумаги. На оборотной стороне написано несколько слов. Сейчас это место называется путанной башней. Но на самом деле это пара башен, которые объединяет у основания особняка. Путанная башня окружена озером. Вода в озере необычного оттенка. Озеро окружаются крутые бледные скалы. Они такие гладкие и крутые, что на них не забраться. На данный момент в путанной башне живут 7 Феллоу и семья Пуэтенаров. Так, я могу исследовать что-то. Так, какая-то клетка есть. Досье. Ага. Хорошо. Пока что мы с вами разбираемся. Это досье, да? Вау. Это вся карта. Сады. It's quiet. Тихо. Mm-hmm. You're supposed to say, ты должна была сказать слишком тихо. It's not. Но это не так. Здесь умеренно тихо. Я типа покажу, подожди, а если я вернусь обратно и тут что-то? Это ванночка для птиц. Это просто дождевая вода? Выглядит немного странно. Кажется, птицам это нравится. Так, они даже чирикают мелодию. Пожалуйста, больше не делай. Do you think anybody's watching us from one of those windows? Кто-нибудь наблюдает из этих окон? Maybe. Может быть. Let's wave just in case. Помашем на всякий случай.
Mountains. Горы. Nope. Нет, это слишком крутые и гладкие для гор. Это скорее скалы. Чтобы это не было, они окружают озеро во все стороны, наподобие ограды. Почему небо желтое? Не во всем есть загадки, гримуар. Небо может быть какого угодно цвета. Подожди, тут что, все нажимается? That's a big lake. Большое озеро. It's kind of purple. Какое-то оно фиолетовое. На вид ядовитое. Думаю, это просто вода такая. Yeah. Ага. Water with poison. Вода с ядом. It's a little boat. На этой лодочке мы пересекли озеро. Это единственный способ попасть на остров или покинуть его. What a comforting thought. Обнадеживающая мысль. Я привязала лодку к причалу тумбе. Так что она никуда не денется. Пока, наверное. Ты так уверена? That's a big lake. Большое озеро. Water with poison in it. It's just an archway. Это просто арка, хотя выглядит на зловеще. Типа, если пройдешь под ней, и тебе грозит невезение. Слишком поздно. Mountains. Горы. They're too much. Whatever they are, they go. Why is the sky yellow? Not every sky can be whatever color. It's a garden. Это сад? I think. Кажется, сейчас он далеко. Может, поближе подойдем? По твоей команде. Ага. The ground's moist. Земля влажная, но грязи нет. Интересно, как часто здесь идет дожди? I cannot believe how exciting this investigation is already. Как воплотительно проходит наше расследование убийства. It's a path. Тропинка для прогулок. The ground's moist. Я что, все могу нажимать? What? Что это? Wind chimes. Китайские колокольчики. Silent. Молчание. Деревянные колокольчики. It's a garden, I think. Ready when you are. Окей. Типа я тут все посмотрел, да? Мы можем идти дальше. Сады. Так, там что-то есть по-любому. Фигурка вырезана из камня. Интересно, как она треснула. Мне кажется, она задымывалась. А, так задумывалась. Это яйцо. Что это за животное? Ястреб, медведь, ящерица. Верно, конечно. Ястребы, медведи, ящерица. This is some garden. Вот это садик. Тебе эти растения не кажутся странными? This is some garden. The plants all look a little. It's a statue. А это какого-то ужасного чешуйчатого двуногого чудовища рыбы? Playing a harp. Играющего на арфе. Playing a harp. Играющего на арфе. Hang on a second. Секундочку. А посмотрите поближе. Это необычная статуя, да? Что-то мне как подсказывает, что мы еще не скоро это разгадаем. Так, секция колокола, можно поверить, но не для, но для чего? Короче, какие-то фигурки. Давай вернемся сюда позже. Конечно же, она что-то делает. А за только надеяться. Статуя Сарфа. Старая потерянная статуя существа-амфибии, держащая небольшую арфу. На каждой из четырех секций колонны арфы вырезаны символы. Should we take another look? А, подожди, подожди. Это типа подсказка или мне кажется? Колокол, губы, мелодия, птичка. Го попробуем. Should we take another? А, оно Let's так изначально. Spooky. Жутковато. What do you think it's for? Как думаешь, для чего оно? I think it's to scare away. Думаю, для того, чтобы отпугивать детективов. И как работает? No. Нет. Знаете, здесь немного юмора есть даже. It's quiet. Mm-hmm. Так, it's это было. It's a bandstand. Это сцена. It's small for a bandstand. Маленькая для сцены, нет? It's a one-man это сцена bandstand. Для одного человека. It's full of the same weird water that was in the lake. Та же странная вода, что и в озере. Any fish in there? Есть рыба? Not a single one. Ни одной не видно. Although there is хотя что-то там виднеется. Кассета? Or it used или to be. То, чем она теперь стала?
Так, поврежденная кассета. Кассета повреждена из-за воды. Чернила на... Так. Чернила на надписи расплылись. Так, надпись не разобрать. And it's full of the same weird water that was in the lake. Any fishable? It's a cassette. It used to be. Так, ну бля, я их уже получил. Ладно. Плитка, да? It's a path through the garden. Тропинка, ведущая в сад. Leads up to the house. И потом в дом. Предположительно. Так, больше тут ничего нету, да? Главный вход. Oh. О. What? Что? О. О. На двери написано О. О, yeah. Ага. Tangle. Путанная башня. Твор. Башня. О. What? О. Твор. О. What? О. Твор. There's a heart engraved in the tree. В дереве вырезано сердечко. I didn't know people actually. Я не знаю, что люди на самом деле такое делают. PPFF. Little bird feeders. Кормушки для птиц. How do you know? Откуда ты знаешь, что они для птиц? Do you think he'll start to move if we try to go inside? Так, думаешь, он придет в движение, если мы попробуем зайти? No. Нет, думаю, будет просто молчаливо нас осуждать. Is that an envelope? Это конверт. It's been opened. Его кто-то открыл, но письмо все еще в нем. Давай прочитаем. Isn't that an invasion of Это же нарушение границы чьей-то частной жизни. No, definitely. О, конечно. Так, открытое письмо. Конверт разорван. Внутри листочек бумаги. Кодовая комбинация нарисована на другом листе. Запомните ее наизусть и уничтожьте листик. Я не принимаю твои соображения. Там внизу ты ничего не найдешь. Что лупа должна дать мне? Тропинка, ведущая к каминной площади. That leads back to the gardens. Ведет обратно в сады. Why build a house here? I'm sure they had their reasons. Что? Why build a house here? Почему они построили дом здесь? I'm sure they had their reasons. Уверен, у них были на это причины. Why build a house here? I'm sure they had their reasons. Looks like someone Кажется, tried to кто-то chop it down, пытался ее срубить, но в итоге сдался. Can you blame them? А ты бы это сделал? Так, давайте Let's дальше. Head to the crime Давай сначала first. Проверим место преступления. It's at the top of the Кажется, оно West находится Tower, на верхнем этаже западной башни. Ну, пойдем. Потом вернемся. Большой зал. Салли, проверь, нет ли в этом растении улик. Is soil a clue? Почва — это улика? Finally, Наконец-то, нам выпало расследование убийства в жутком особняке. That's not that spooky, не такой уж и жуткий. Don't ruin this. Не порти мне на впечатление. Sally, check those plants. Is soil a clue? It's not locked. Она заперта. A door. Дверь. Oh, what's behind it? А что за ней? A room. Комната. Now it's a big Большая стеклянная пробирка, наполнена водой. There are weeds in there. В ней трава и песок. It's an aquarium? Это аквариум? Could be. Возможно, Except только там ничего не живет. Anymore. Больше. A big Большая буква F. Of course. Конечно. Who doesn't have Кому не хочется повесить огромный плакат со своим инициалом в фойе своего особняка? This one has a big P. На этом большая P. That's P. И это P прямо important. Очень жалко. How very P Какой ты проницательный. What is that? Что это? I think it's a family Думаю, tree. Это родословное. Посмотрите поближе. Lord Fellow. Looks like he was married Кажется, он twice. Был женат дважды. Scandal. Вот скандал. А, то есть сверху вниз? Lady Fellow. Lady Fellow. Do these people know У них что, имен больше не бывает? Lord Remington. Lord Remington. He sounds Звучит important. Важно. Lady Remington. Леди Ремингтон. I think I have Кажется, у меня такая есть в ванной. Селина Стаунтоп. No family line. Без рода. Apparently, she just Кажется, она просто out of nowhere. Появилась из ниоткуда.
Фелиция Феллоу. Фелиция Феллоу. Фрейя's mother. Мать Фрейя. You think she's still Думаешь, она еще жива? Так, живет здесь. Флинт Феллоу. A purebred fellow. Чистокровный Флоур. Не думаю, что он такие встречается. Married a randomer, Но женился на прошлой. Do you think he still lives Думаешь, here? Он еще живет здесь? Дэмиан Даск. Ого, мне уже поздно менять имя на детектива Даск. Это отец Фрейя. Может, он еще живет здесь? Фрейя Феллоу. Это ее убили. Она не имела практически никакого отношения к главной семье. Фитц Феллоу. Half Феллоу. Наполовину Феллоу, наполовину Эверстоун. Думаешь, он еще живет здесь? Феликс Феллоу. Может, он женился на одной из регентонов. Do you think he still lives here? Так. Лорд Ремингтон. Лорд Ремингтон. Звучит так, это было. Это было. Флора Ремингтон. Кажется, оно так упоминается в нашем досье. Лорд Пойнтер. А хватает пару поколений. Леди Пойнтер. А как можно стать леди? Я хочу стать леди. Персивал Пойнтер. Персиваль Пойнтер. Он женился на одной из Ремингтон. Может, он еще живет? Бак Брэкли. Ну, имечко. Do you think he still lives here? Pandora Pointer. Пандора Пойнтер. All this alliteration Это аллитерация здесь не случайно, да? Do you think she still lives here? Примроза Ремингтон. Нравится мне Примроза. Do you think she still lives here? Ричард Ремингтон. The one and only. Один-единственный. Pandora Pointer. All this alliteration Do you think she still lives here? Penelope Pointer. Пенелопа Пойнтер. Half Pointer, half Наполовину Пойнтер, наполовину Брэкли. Do you think she still lives here? Poppy Pointer. Поппи Пойнтер. She's half Наполовину Пойнтер, half наполовину half Ремингтон. Do you think she still lives here? Фиона Феллоу. Dead center. В самом центре. Должно быть важно. She's half fellow and half Remington. Наполовину Феллоу и наполовину Ремингтон. Do you think she still lives here? Pretty. Красиво. Окей. Stairs. Лестница. Ох, shit, man. Сколько комнат. Let's head to the crime scene. It's at the top of the west tower. Находится на верхнем этаже западной башни. Башня Флоры. Это ее рисунок? It's so dark back there. Темно там. Somehow, Почему в этой комнате почти не проникает солнечный свет? Let's take a look at that Давай сначала first. Смотрим картину. Let's take a look at that painting first. Let's take a look at that painting first. А это тебя не смущает? There it is. Вот он. The unfinished portrait. Незаконченный портрет Флоры Феллоу. So, Значит, what? Фрейю убили до того, как она закончила картину. Кажется, да. Нарисованный портрет. Фрейя не успела закончить картину, так как она умерла, пока рисовала ее. Кажется, что Флора держала в руке нож. Красивой жидкостью она закончила ножа, оказалась кровью. Так, ну это было. I wonder if all of Freya's Салли. Paintings are this creepy. Интересно, у Фрейи все еще... Может, это потому, что она не закончила? Но ведь преступление, что-то не так. И что орудие убийства реально странное. Что так быстро? Мы не нашли орудие убийства. Так, Фрейя была убита очень странным образом. Чего? Была использована, чтобы нокаутировать. Держит в руке нож, на котором... На котором красная краска. Так, была спрятана, ее скрывала... Потому что Фрейя хотела это съесть.
paintbrush was used. Кисточка была использована ею, была убита Фрейфилл. Freya put it there. Nope. Yeah. Не, я понимаю, что типа картина была так как замешана в нападении на Фрейю. Ну понятно, что. Типа. Ладно, где она, подожди. Было использовано, чтобы нокаутировать. Так, портрет Флоры держит в руке нож, на котором... Flora's portrait is holding a knife tipped with blood, because Freya put it there. Almost. Почти, может, все это изменить лишь что-то одно. Чего? Flora's portrait is holding a knife. Держит в руке нож, на котором кровь, потому что она заколола Фрею. What? Что? Weird, huh? Странно. You think Freya was stabbed by a painting, not by the woman from the painting, but by the painting itself? Фрея стала прямо у мольберта, когда ее убили. There's blood on the knife. На нож кровь. Это орудие убийства. Right. Верно. Но это же не нож. Им нельзя убить. You can't stab. See any other knives? Ты видела здесь какие-нибудь другие ножи? Дело решено. Совсем не решено. И даже если ты прав, что нам с этим делать? Картина не может считать подозреваемой в убийстве. Незаконченная картина. Продолжить. Все, теперь... Мне дают ходить, да? Так, давайте тогда мы сразу с вами следуем вниз, как я и хотел. Потом мы исследуем все остальные комнаты. Каменная площадь. Насколько это металлическая пластина? На ней выгравированное сообщение? Кажется, где-то было так, но кто-то ее соскреб. It's Tangle Tower. Это Путанная башня, или, по крайней мере, особняк у основания Путанной башни. Мостик, ведущий обратно в сады. Кажется, оно вот-вот развалится. Гримор, иди в первый. Гигантский мерцающий самоцвет, полный растений. А то есть теплица. Ого, клёвый плащ. Вы не Фаллуи и не Плантейр. Уверен, что... Уверен, что я тут же пожалею, что спрашиваю, но кто вы и что вы тут делаете? Я Салли, а это мой помощник Гримор. Частный детектив Гримор. Неужели? Вы детективы. Если это шутка, то неудачно. А вы кто такая? Частный детектив Хокшоу. О, круто. Хокшоу звучит гораздо круче, чем Гримор. Может, я стану ее помощницей? Вы тоже расследуете дело о Фрейе Фэллоу, да? Это секретное сведение, о котором знает лишь мой клиент и я. Вы явно еще не уловили. Но настоящий детектив не разглашает информацию незнакомым людям. А, верно. А теперь, если позволите, у меня дела. Встреча. Ты вчера... Чего? Встреча? Wow. Ого. Nice cape. You're not fellows or point. I'm sure I shall immediately... I'm Sally. Really? Private? Oh, maybe I'll become... That is classic, but a real detective. Now. Окей. А ты? It's not in my interest to discuss personal details. Не в моих интересах обсуждать личные дела. Даже если вас подозревают в убийстве? Прекрасно. Сделал небольшое исключение.
Спрашивайте. Что вы здесь делаете? Я работаю на деле, по просьбе клиента. Как давно вы в Путайной башне? 133 часа на часа. 5,5 дней. На кого вы работаете? Я не имею права разглашать это. Значит так, я раздражу вас с задачей. Еще один раз вопрос. Что за преступление? Откуда у вас стоит этот шрам? Круто он выглядит. Вы правда так думаете? Yeah, ладно, happens, между прочим, я закончил осмотр комнаты Флоры за день убийства. Я исследовала каждую комнату в Путанной башне, ее комната была последней в моей списке. Нашли что-нибудь необычное? Ничего, кроме тонкого слоя пыли и атмосферы унылыми меланхолии. Флора тогда была там? Большую часть осмотра она не открывала глаза от неба, оставшись в открытом, так, ни слова не сказав. Хотя меня предупреждали, что это следовало ожидать. Что вы делали после этого? Проверил начало вчера за осмотром библиотеки. Это занимало мне большое время, чем я ожидала, и все постоянно оставляет эту комнату в полном беспорядке. Фиона тоже была в библиотеке. Я ожидал, что она появится там, но она не решилась. А, не пришла. И вы пришли от сладкого дня в библиотеку. Не совсем. Показания. Так слишком громко говорят, блядь, я сбиваюсь. К вечеру мой осмотр библиотеки был в другой... Вдруг прерван. Звуки бега, вопли, криков небосклонных этажей. Я покинула библиотеку, но не успела я подняться, как появилась профессор Пойтер. Он спустился по лестнице Пойтеров, прекратил зал и начал подниматься по лестнице Феллоу. Наши глаза встретились, он запыхался. Что-то вызвало у него сильную тревогу. Он велел мне уйти из дороги. Я подчинилась, я решил вернуться в свой офис на Каменной площади. Я открыла парадную дверь, как вдруг из-за спины меня окликнула Пенелопа. Она вцепилась в перила лестницы Пойтер с озабоченным видом. Она не хотела знать, куда пришел профессор Пойтер. Я рассказала ей, что случилось. А тогда она тоже перешла в зал и поднялась по лестнице Феллоу. В этот момент, как и никогда до этого, я почувствовал себя незваной гостьей. Я покинул дом и направилась к Каменной площади. Все вокруг затихло, и не было ни одного признака человеческой деятельности. Даже в петлице не указалось ее характерного. Итак, я решил, что он также должен был быть замешан в том, что произошло в башне Феллоу. Пришел ничего непримечательный час, и тут наконец-то появился садовник. Он рассказал мне о том, что произошло. Его отчет был топорным и нескладным, как и он сам. Он был расстроен. Он был потрясен, это было очевидно. И печальный, унылый, не могу сказать. Окей. Так, а что у нас? Фрея. Отец, мать. Фрея убита вместо башни. Так, на самом деле это кровь. Это как она ходила, да? Уй-ки-юки. Это часы? Если да, то это часы с четырьмя циферблатами. Кажется, они не показывают время. Тогда что они делают? Так. Поверни циферблаты, чтобы все четыре стрелки были в правильной позе. Так, при движении одной стрелки соединяются стрелки, двигаясь в противоположном направлении. Похоже на шестеренки. А сколько должно показывать? Подожди, я что-то не шарю. А, 9. 9, 12. Подожди, это 6.
Это у нас 9. И это 9, да? Нет, это 6. А это у нас 3. Короче, понял. Так. 6. 12. Теперь 9 мне нужно здесь сделать. Ну так, чтобы эту не коснуть, да? А, они только крутятся в таком, я понял. Все. Кажется, это неправильно. Did you work out what direction each hand needs to be facing? Так, ты понимаешь, в каком направлении должна смотреть каждая из стрелок? Each one ends with a little hoop. На конце каждой из них кружок. Попробуй взглянуть в кружок, проигнорировав остальное. А, блядь, стой. Ну правильно, это 9. 9, 9, вот. Это 6. 6, вот. 3. Это 12. 12. 11, 9, 10. А, то есть 11. 10, 9, правильно. Чё, я не пойму. Ну, 12. Подожди, это 6. Понимаю. Теперь я понял. О, то, что надо. Классно. Что в коробке? Небольшой инструмент, похож на телескоп. Но я точно не уверен, что это. Маленькая линза. Небольшой медный инструмент с вогнутой стеклянной линзой. Так, оснащенной винтом. Короче, это для телескопа. Это куда-то нужно смотровая вышка или типа того. Когда-нибудь видел такой огромный гриб? В реальной жизни. Теплица. That's a handsome beetle. Красивый жук. Кажется, он обладает волшебными силами. Это фрукт? По форме похож на фрукт. Слишком блестящий для фрукта. Мне кажется, он даже немного сияет. Думаешь, его можно съесть? Думаю, нет. Так, ладно, давайте я там вижу мужичка как раз. Давайте, в принципе, здесь с вами мы остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.